Раньше я думала, что меня никто не бросал. Да, но мы как-то сверили факты и вдруг поняли с подругой, нас обеих бросали все мужики, которые у нас были. Да, все до единого. Да. Они делают это так умело, так коварно. Да. Что тебе кажется, что это твоя идея? Да, знаете, сидишь себе и думаешь, о-о-о, я сама так решила, но погодите, а почему я одинока? Почему я несчастлива? Откуда взялись 10 килограмм? Они на мозг промывают. Это точно. Понимаете, да? Подготавливаю почву. Да, они всегда знают, что сказать. Да, типа, я не хочу тебе мешать. О, или ты совершенство, куда мне до тебя? Ага, главное, чтобы ты была счастлива. Я тебя недостоин, дорогая, это моя любимая. О, правда? А у меня знаешь какая? Я так завидую парню, который на тебе женится. Ведь это мог быть ты. Да. Я как бы на это и рассчитывала. Да, и мой вам совет, как только вы услышите это, бегите в магазин, купите себе пиццу и мороженого, потому что вас бросили.